Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин вспоминает о своем детстве, юности, Великой Отечественной войне и о том, как он прорывался к Рейхстагу. 30-го вот они стали штурмовать Рейхстаг, а мы их поддерживали. Я уничтожил там несколько боевых точек, пехотинцев поддержал на том берегу. И вот мы стали под Рейхстагом, а пехотинцы стали штурмовать Рейхстаг. Как сложилась жизнь Владимира Чудайкина после войны и чем он живет сегодня? Смотрите фильм, посвященный нашему земляку, герою Советского Союза, 21 февраля в 14:30 и 23 февраля в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».